Я обращаюсь к мужчинам, которые говорят, что женщина не может нами управлять. Я обращаюсь к мужчинам, которые говорят, президентом страны не может быть женщина. Почему вы считаете, что в Казахстане не может быть женщина? Вполне может быть. Я обращаюсь к мужчинам, которые поднимают на высокий пьедестал женщину и говорят, что она святая, и при этом не могут защитить женщин. Я хочу показать нашим мужчинам, что за благополучие своей семьи в первых рядах во всех регионах страны выходят не сотни, а тысячи женщин. Я призываю мужчин проявить свои мужские качества, поддержать наших женщин. На любых мероприятиях, где собираются женщины, нужна не просто поддержка мужчин, а нужно реальное участие, активное участие во всех этих мероприятиях, чтобы женщины не шли впереди, а мужчины не прятались за женщинами. Мы должны прийти в акимат и сжечь себя, и тогда мы сможем получить жилье, только тогда. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.